Всем привет, с вами Алекс Магомед. Жду, сейчас должен подъехать покупатель. Место, конечно, не очень хорошее. Видите, как у нас все чистенько. Так, это у нас 1-2-летние отводки фундука сорта Боровской и Корончатый. Я хочу показать, как я упаковываю свои саженцы. Значит, саженцы были выкопаны, сразу поставлены в воду корни, чтобы они не обветрились. После этого произошла упаковка. Значит, сверху подрезаны. Высота была где-то в районе 1,5–2 метра. Некоторые были даже выше. Я их подрезал. Места срезов вам, наверное, не видно. Вот, видите. Обработал садовым варом. Саженцы подписаны. Есть надпись, пожалуйста. Вот Боровской, пожалуйста. Так, дальше. Идем дальше. И дальше у нас идет упаковка. Здесь у нас влажные опилочки. Вот. То есть вся корневая находится в закрытом состоянии во влажных опилках. Всем спасибо, кто смотрел. До свидания.